У нас жара 40 градусов, и нам пришло волшебное письмо. Google AdSense. 07.06.19. Почта России. Годунова. Владимирской области. Индекс 601-614. Если кто-то хочет писать нам письма, пожалуйста, запоминайте. Франс. А почему сэр Франс? Франс Ля Посте написано. Ля Посте, ЛКУК, Парис, Интер. Ваш французский просто бесподобен. London is the capital of Great Britain. Тоже написано? Нет, это я из школы помню. Google AdSense. Ну все, что? Открывай. Мы богатые люди. Да ты открой целых сначала. $10 в месяц на рекламе. Ну то пока. Это всегда. Нет, ну мы неоцененные. Недооцененные? Да. Или уцененные? Там код, наверное, какой-нибудь секретный сейчас покажем. И пипец. И $10 украдут. Да? Не будем. Ну, будь. Все. Пусть это будет самая большая потеря в твоей жизни. Я не покажу, не обессудьте. Хорошо. Так, что мне нужно сделать? Показать. Сколько мы заработали, да? Угу. Сегодня какое число-то? А, вон, покажи. 25.09, да? Канал у нас открыт какого? В декабре прошлого года, в конце года. Ну, с января можно считать. 12 ночи. Давай, за 9, ну, грубо говоря, за 9 месяцев. Смотрим, вот наша страничка, значит, да? Мы сейчас посмотрим за весь период. За все время мы заработали. С вашей помощью. Спасибо вам. Мы заработали, вот здесь написано $581, но сейчас мы зашли на Google AdSense, и там сумма стоит на $100 ниже. У них вот это $100, оно как бы минимальная сумма съема, и я так понимаю, что без учета этих $100 мы можем снять деньги. В общем, короче говоря, $481 на данный момент мы благодаря вам и нашему таланту заработали $481. Как и обещали, деньги это совместные с вами. Мы купим на них видеокамеру для того, чтобы ролики наши были, скажем так, покачественнее. И если останется, ну еще мы купим, должны будем купить к ней микрофон. Гарнитуру всякую. Нет, я имею в виду не гарнитуру, не микрофон. Микрофон мы тоже постараемся купить. А всякие там вот эти вот переходники. Ты думаешь, переходники, это все уложится в $400? Ну, придется добавить. Я думаю. И, в общем, вот эти вот всякие там кронштейны для крепления на штатив и все такое. Потому что планируем, что мы будем брать все-таки этот GoPro-шку Hero 7. Соньку уже, она переплюнула, вот эта последняя моделька. Так что, наверное, ее будем брать. А у нее там свои прибабахи, покрепления. В общем, нужно будет немножко позаботиться об этом. Вот, так что. Короче, вот, как всегда, Александр изучал эту тему долго и упорно, видимо. Да нет, на самом деле, недолго совершенно, не упорно. В общем, короче говоря, вот вы видите сумму без $100. Вот $481 а я думаю, что доллар они мы пытаемся сейчас снять. Не дают сентябрьские, вот, допустим, снять. А, вообще. Может быть, да, они же там пересчет в конце месяца делают. Поэтому как они могут тебе дать в конце снять? Месяца YouTube делает пересчет, исключая из суммы оплаты те, значит, просмотры, которые попали на вас. То есть вы сами открываете ролик, и реклама идет. Если вы будете ее смотреть, свою рекламу, то вам за это все равно не заплатят. Или подозрительные, помнишь? Или подозрительные, да, просмотры, они тоже исключают, в общем. Вот, значит, что? Ну все, мы, как обещали, показываем наш доход за 9 месяцев. Это очень неплохо, на самом деле, насколько я знаю, для блогинга. Вот за этот промежуток времени. Ну, нормально. Сейчас сколько у нас всего видео? 208 я смотрел сегодня. 208? Угу. Ну, то есть на 200 можно разделить смело, да? Ну, где-то примерно пусть будет с гаком $500. Ну, можно разделить на 200 видео. А сколько получается? Что-то совсем не серьезно. Ну, 20 с чем-то долларов. Меньше. Ну, что делать? Но мы будем расти, развиваться. 20 с чем-то. 2 с чем-то не хочешь? Два с чем-то? Угу. А, ну да, 2 с чем-то.
Вот, короче говоря, в общем, как обещали, показываем наш доход. Еще раз благодарим за просмотры нашей рекламы. Не нашей рекламы. И обратите внимание, что реклама не наша, реклама ставит YouTube, какую захочет. Но доход от просмотра этой рекламы на нашем канале идет нам. Кстати, хотел заметить, что там такую фигню иногда рекламируют. Не подумайте, что мы как бы как-то тут рекомендуем или еще чего-то участвовать во всех этих балалайках. Да. Это все наполовину абсолютно четкая фигня. А вторая фигня наполовину мошенническая какая-нибудь. Короче, не думайте, что это от нас зависит. Коучи там, да, я научу вас, как разбогатеть. Такие клоуны. Посмотрите, какая у меня крутая машина. А своей жене я купил Porsche 911 с крокодиловой кожи. Жена в коже. Вы не знаете просто как. В свое время я хотел открыть бизнес, но у меня не было наставника. А сейчас вам предоставляется уникальная возможность. Я расскажу вам, как вам разбогатеть. Угу. Вот такая вот фигня. Не ведитесь. Не ведитесь на нее, нет. Ну, я думаю, что это не наша публика ведется. Да, ну так что все на этом. Спасибо. Еще раз. Вот наше приобретение. Надеюсь, картинка на канале станет получше. По крайней мере, стабилизация на высоком уровне у этой камеры. Дополнительные аксессуары я заказал с AliExpress. Как уже сказал, ждем. Это не скорый процесс. Все на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Всем всего хорошего.